вообще будут назначать выборы и президент решает. Не беспредельщики. Год назад у нас тоже в Минской облраде голосовали один за десятерых. Ну кипиш подняли. Вырвали карточки. Вырвали карточки и не перестали. Видите, а наши не перестали, мы тоже. Кипиш подняли. А где ваши спортивные ребята? Вырвали которые, карточки. Где ваш дубовой, который спортсмен такой, он приезжал тут против Домбровского, мускулы выиграл. Смотрите, девушку не мы их не только мускулы, мы их умом выиграли. Они закон приняли, тот, который не несли. Ну хорошо приняли, а дальше? Вас просто по одному пересадят. Дальше будем голосовать. Понимаете, в чем проблема? Нас пересадят, вас пересадят. Ну, а понятно. Если не пересадят, заберу удовольствие. Будете за бесплатно работать, дорогие друзья. За бесплатно. Как рабство. Поэтому пока мы еще есть, как оппозиция, вы еще хоть маете шанс. Сказать свое.